Байкеры, инспекторы ГИБДД, юидовцы. В праздничный день в Дубковской школе дружба оживленна. Поздравить инспекторов по пропаганде 10-го батальона с 85-летним юбилеем образования службы собрались, можно сказать, коллеги. Те, кто помогает им разъяснять правила дорожного движения и убеждает соблюдать их. Пропагандиста ГИБДД круг обязанностей шире. Он работает не только с малышами, но и со взрослыми. При этом убедить юных участников дорожного движения жить по правилам легче, чем их родителей. Дети, они как губка, они впитывают все. И порой они даже дети учат родителей и взрослых. Так что тяжелее работать со взрослыми. Для инспекторов по пропаганде концерт отрядов ЮИД – подарок на праздник, а для школьников – возможность еще раз повторить правила дорожного движения. Тем более, что сезон езды на велосипедах и скутерах уже открыт. Пересесть на эти средства передвижения хотят многие, а вот как правильно на них ездить, знают единицы. Представители мотоклуба Blacksmith MC готовы рассказать ребятам, как поездку на двухколесном транспорте сделать не только увлекательной, но и максимально безопасной. Во-первых, это знание, полное знание правил дорожного движения. Это использование своих детских, там, ну, начиная от велосипедов, заканчивая там скутерами, мопедами. Значит, использование транспортных средств, они должны быть в надлежащем техническом состоянии. И очень немаловажный вопрос – это использование защитной экипировки во время движения на двухколесном транспорте. Инспекторов по пропаганде 10-го батальона поздравили с праздником юидовцы из 5 школ Одинцовского района. В каждом выступлении – наглядный пример того, к чему приводит хаос на дорогах, и единая рекомендация – как этого избежать. Надеюсь, донесли до всех то, что хотели, потому что действительно и не надо возмущаться тем, что кто-то там ограничивает наше свободное движение по дорогам. Это только делается во имя нашего блага. ЮИДовцы в очередной раз доказали, они всегда готовы помочь инспекторам по пропаганде 10-го батальона работать с юными участниками дорожного движения. Причем не только выступлениями со сцены, но и собственным примером. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».